Подготовка будущих инженеров к бизнес-деятельности. Такую цель носит проект, реализуемый Бакинской высшей школой нефти. Поддержку этой инициативе оказывает британская BP. Организаторы подчеркивают, проект позволит молодым специалистам развивать такие навыки, как лидерство, рациональное управление временем, общепризнанные факторы успеха в современном мире. Мы успешно завершили третий этап проекта «Бизнес-образование для инженеров». Выпускниками стали 88 студентов из 9 университетов. Мы вручили им сертификаты, пожелали успехов в дальнейшей деятельности. Эксперты из таких компаний, как BP, SOCAR и, собственно, БВШН, обучали участников таким навыкам, как управление проектами, правильное распределение времени, ведение переговоров и так далее. Проект проводится уже в третий раз. В этом году число зарегистрировавшихся студентов возросло более чем вдвое и составило 220. Я очень рад, что принял участие в этом проекте. Я и мои товарищи очень благодарны всем, кто поспособствовал его воплощению в жизнь. Для инженера очень важно обладать такими навыками, как лидерство, эффективное управление временем. Работа в этом направлении не закончится этим проектом, утверждают организаторы. В будущем предстоит еще много работы и еще больше мероприятий. Усердие и мотивация молодежи, отмечают организаторы, главный путь к развитию. Эльдар Расулов, Руфат Аликперов, CBC.